Всем привет! Вы на канале Милашка Ружат. Сегодня мы будем играть в детский садик. Посмотрите, у нас какой садик. Садик Ружат. Вот он вот так выглядит. Здесь песочница, девочки. А это кто? Я воспитательница этого садика. А это моя группа. Ее зовут принцессы. К сожалению, у нас нету мальчиков в группе. У вас одни девочки, из-за этого ваша группа называется принцессы? Да. Ладно, девочки, играйте. А я пока почитаю книжку. Поиграем. Давай покачаемся на качелях. Давай. Как весело. Как весело. Какие классные качели у вас, девочки. Девочки. Девочки, идите ко мне. Идем. Смотрите, я построила замок для фей. А где феи? А феи видны тем, кто верит в волшебство. Я верю, а я нет. Почему ты не веришь в волшебство? Потому что я не видела. Ты не видела феи? Да. А у тебя зубки падали? Да. И ты положила их под подушку? Да. А утром денежку находила? Да. Тогда это были феи. Да ты что? А я думала, что это родители. Нет, это не родители, это феи. Да, это были феи. Девочки? Девочки. У меня хорошие новости. Нам придут в группу новые девочки, новички. Новенькие в нашу группу придут. Девочки. Ура! Сейчас они придут. Встречаем. Ой, привет, привет! Мы новенькие в вашу группу. Я новенькая. Ой, вот насколько много. И я в вашу группу новенькая. Ого, вы такие большие. Ну да, мы со своими вещами приехали. Нас нужно снова срочно распаковать. Сейчас мы их откроем. Давайте. Ура. Подсказки. Синий шарик. Так, они легко открываются? Почти. Если что, у нас есть ножницы. Нет, ты смогла открыть? Да. И у нас тут что-то видно. Ух ты, там есть подсказка. Это не подсказка. Это наклеечки. Да. Это наклеечки с их возможностями. Что они умеют делать? Да. Смеяться, мы открываем плакать, третий слой. Менять цвет. И они еще писаться могут. Ну-ка. Не поддается шарик? Пока Ружан открывает, я вам покажу, как выглядит шарик. Так, лол. Сюрприз. Это черный лоб со штрих-кодом. Открыть. О, смотрите, что у нас тут. Подсказка. Платье плюс конфетка. Платье плюс конфетка. Да. Или такая плюс подсказочка. А или плюс леденец. Да. Что там так много слоев в этом шарике? Не поддается. Ну-ка. Смотрите, у нас вот такое вот платье, я русалочек. Платье розовое, такое бледно-розовое платье.
сердечко сердечками и голубым верхом. Так, открываем дальше. Вот, вот такие сюрприз-пакетики. Вторая серия, глиттерная серия. А сзади, сейчас я вам покажу, как выглядит упаковочка. Вот такая. Это вот такая коллекция, которая. А это вот такая вот бутылочка. Синяя. Крышечка и оранжевая бутылочка. Да. Она мягенькая. И мы будем открывать сам шарик уже. Ух ты. О, у нас пакетик. Большой такой. Открывай, что там внутри. Девочка с блестящими волосами. А я тело нашла. Давай, одевай. Это очень мягко, и не одевается. А руки все просто. И у нас еще есть вот такие вот очки. Очки, как у кошечки. Что-то еще есть в этом шарике? Нет, только подсказка. А где ее обувь? Не знаю. Вот тут. А, они сразу же на ножках? Да. Они съемные? Да. Они не одеты. Они не снимаются даже. А, не сразу же. Давай покажем куколку ближе. Вот такая куколка. Она уже в ботиночках. Наша новая девочка. Девочки, привет, привет! Я ваша новенькая. О, привет! Давайте вместе дружить. Давайте. Мы будем вот такой пакетик Лола открывать. Ну, давай откроем следующий сюрприз. Пока девочки не открывают. Тролли, она так переливается. С этой стороны нарисована куколки Ло. Здесь тоже карточка переливается. А это тоже. Там выходят три карточки Ло. И все, что ли? Да. Как да? А где куколка? Вот. А, вот и куколка. Давай ее распакуем. Мягенькая. Ну, обувь вот такие вот. Вот такие вот ботиночки. Такая девка с рыжими волосами. Девочки, давайте дружить. Вот так, как у нас теперь много девочек в группе. Да. Пусть они теперь играются. А кого мы откроем в следующем? Тоже сюрприз пакетик? Да. У нас вот такая вот девочка красивая. Угу. Бутылка точно такая же. Точно такая же. Это как эти бутылочки. Вот бледненькая такая бутылочка. Вот такая вот кукла. У нее одетая головушка. Ух ты. Куколки сделаны более-менее хорошо, чем предыдущие. Вот такое у нее помятое платье. Да, помятое платьишко. А обувь есть? Да, есть. Ботиночки такие же, кажется, да, коричневые? Да. Как у первой куколки. Да, вот такие. Ну, давай, одевай.
лучше куколка, чем первая. Да. Эта куколка вся в блестках. Да. Эта куколка вторая, она тоже лучше качества. А вот карточки. Так, здесь вот карточки. Три карточки нам попались. Вот такие вот девочки. Красавицы. Все переливаются. И у нас осталась одна девочка. Распакуйте меня быстрее, говорит она. Девочки, давайте дружить вместе. Сколько у нас теперь девочек? Теперь все будут подружки. Мы распаковали вот такую вот куколку. Вот такая вот куколка нам попалась. Блестящими волосами. Которые очень сильно опадают. Вот такие мы еще попали. Очки сердечные. Сердечки, очки. И белая бутылочка с зелененькой крышечкой. Да. А вот наши красавицы-куколки. Я передаю самый огромный привет Ура-Сага, Аделю, Денизу. И Осели. Большой-большой привет. Да. Когда у меня будет 200 подписчиков, я буду разыгрывать свои повторки. Ну все, пока-пока. Пока-пока. И подписывайтесь на канал Милашка Оружан. И всем пока. Пока-пока. И подписывайтесь на наш Инстаграм. Всем пока-пока.